Если вы любите хороший юмор и актуальные новости, то вам на Просто канал. Просто канал, хороший юмор и интересные видео. Ссылка в описании. Проходит соревнование по литерболу. Первый идет немец, выбивает 5 стаканов. Ведущие кричат: «Все, сломался!» Больше он и вправду не может выбить. Следующий идет американец, выбивает 8 стаканов воды. Сломался, больше не может выпить. Следующий подходит русский. Первый, второй, третий. Ковш воды. Сломался, сломался, кричат ведущие. Ковш у русского. Скоро лето. Пора прикупить для активного отдыха что-нибудь. Шезлонг или гамак. Маленький мальчик загадал желание, чтобы у него каждый день был день рождения. Ну, в общем-то, через 2,5 месяца он состарился и умер. Хотите сделать приятно своей бывшей? Повстречайте его возле мусорных паков, небритый, немытый и рваной одежде. А для усиления эффекта начинайте рыться в мусорном бачке. Нет, нет и нет. Чтобы купить мышьяк, фотографии тещи недостаточно. Однажды мне понадобилось с работы идти к другу, а не прямо домой. Поскольку я не знал, на каком автобусе надо добираться до друга, я посмотрел в Яндекс.Карте маршрут. И мне было подсказано примерно через 30 минут. Похихикав над Яндексом, я сел в автобус, вышел из него через 6 минут и думал, неужели Яндекс считает, что оставшиеся 200 метров я пройду 24 минуты. В итоге меня отмутузили подворотне, и я попал примерно как раз через 30 минут. Интересно, они знали или построили? Никогда не спорь с врачом, а то поменяй диагноз. На кухне ресторана женщина в шикарном вечернем платье моет груду тарелок и подает для вытирания мужчине в смокинге и говорит: «Нет, блюда были отличные и шампанское тоже. Но если меня думаете пригласить в следующий раз, пожалуйста, проследите, чтобы кредитная карточка была не просрочена». Подписываемся, кликаем на колокольчик.